В МЧС объяснили, почему огонь так быстро охватил торговый центр «Максим», который горел утром в субботу. Решающую роль в быстром распространении огня и долгом процессе тушения сыграли отсутствие противопожарных стен и ветреная погода. Руководитель службы пожаротушения Приморского края Виталий Кривцов опроверг информацию о том, что при пожаротушении была использована вода из ближайшей речки. Кафе в сгоревшем торговом центре «Максим», где он по предварительным данным и начался пожар, надзорные органы не проверяли. Кафе находится в перепланировке, и там шли строительные работы. И как стало известно, «Максим» снова начал гореть во вторник, 24 сентября. Пожар обнаружили арендаторы помещений на втором и третьем этажах. При разборе вещей люди заметили тлеющий участок. На место приехали пожарные. Людей из здания эвакуировали и пролили тлеющий участок еще раз. Тем временем на встрече представителей администрации края, сотрудников МЧС, бизнес-омбудсмена и собственников с предпринимателями, арендовавших площади, было сказано, что никто не будет забыт. Директор торгового центра пообещал, что все обязательства перед арендаторами выполнит в полном объеме. Будут возвращены платежи и обеспечительные взносы и арендаторам, и субарендаторам объекта.